Наконец-то я снимаю видео, которое было у меня давно в задумках. Касается оно французского стиля, того, как же на самом деле выглядит парижанка, француженка, и вообще, как из французского стиля можно почерпнуть интересные идеи, образы для своего повседневного стиля. Я для этого видео просто сделала такой эксперимент, потому что я хотела показать вам именно нормальных парижанок, француженок, которых можно встретить в обычной повседневной жизни, то есть не брать фотографии из журналов, из интернета, просто вот выйти на улицу и показать вам, как же выглядит нормальная парижанка. Вот в это последнее время я просто ходила по улицам и так незаметно снимала людей. Наверное, минут 30 стояла на перекрестке, чтобы снять вам людей и показать, в чем же они одеваются, вообще какой у них гардероб, особенно зимний гардероб, потому что сейчас достаточно холодно. На самом деле пришла я к выводу, наверное, в большинстве стран француженки зимой одеваются так более уныло, более скромно, чем же это можно видеть летом и весной. Вообще, если характеризовать, скажем, гардероб вообще одним словом француженки, такой хорошо одетой, то это слово будет элегантно. Вот элегантность присутствует в гардеробе вообще просто абсолютно всегда. То есть француженка никогда не будет следовать вот таким ультрамодным тенденциям. Ее никогда не встретишь в таких кислотных оттенках, чему я точно научилась у французского стиля. Все-таки выбирать вещь по благородству ее тканей, по такому классическому принципу, чтобы вещь могла просто сочетаться абсолютно со всеми элементами вашего гардероба. В такой парижской классической гамме можно заметить преобладание вот всех оттенков бежевого, песочного цветов, то есть вот как у меня сейчас за спиной. Кроме этого, конечно же, это серый, черный цвет. Черный здесь умеют носить, просто умеют носить, не знаю, великолепно, потому что он как-то на людях, он не смотрится тяжело. Он не смотрится как-то уныло, не знаю почему, но вот француженки, они очень хорошо, здорово сочетают черный цвет с какими-то такими коричневыми аксессуарами, которые разбавляют все это дело, либо опять же с бежевыми какими-то элементами гардероба, то есть черный у них, даже если это total black, он ни в коем случае не будет выглядеть мрачно, не знаю, давяще, в общем, все смотрится умеренно. В общем, второй принцип французского стиля — это, конечно же, умеренность. Вот французский стиль, в классическом его понимании, его очень трудно испортить. То есть, представляете, вы берете вот такую спокойную, благородную гамму цветов, начиная от бежевого, заканчивая, не знаю, темно-серым цветом, с хорошими тканями, при этом берете минимум макияжа и делаете акцент именно на качестве вообще, на качестве вашей кожи, на качестве ваших волос, на качестве ткани, и вы получаете просто настолько элегантного человека, который будет смотреться уместно вообще абсолютно, наверное, в любой ситуации, и даже если он собирается пойти на какую-то супермодную вечеринку, на какую-то на какой-то коктейль, ему будет достаточно просто добавить 2-3 таких легких акцента, например, на губы, взять более яркий клатч, и просто образ будет готов. Тоже, когда только переехала в Париж 3 года назад, мой стиль, я бы не сказала, что был прямо вот такой, как я имела 6 лет назад, когда я просто ходила на шпильках каждый день, носила мини-юбки, мой макияж был настолько агрессивен. Я только сюда переехала, мне и то казалось, что на мне слишком много всего. На мне слишком много макияжа, слишком много колец. Постоянно было ощущение такого, что я слишком нарядно одета. Начинаешь как-то смотреть, как француженки, они настолько не заморачиваются, с одной стороны, по поводу своего гардероба, то есть они не выходят на улицу после того, как они 3 часа делали себе укладку. Не знаю, спали в бигуди, потом красились, потом, не знаю, делали наращивание ногтей у своего мастера. И вот они все такие разнарядные вышли за багетом. Вообще, я сейчас не хочу сказать, что не нужно следить за собой, не нужно, не знаю, ухаживать за ногтями, выглядеть красиво каждый день, даже если вам нужно спуститься за хлебом. Ну просто, если мы говорим о французском стиле, он настолько отличается своей простотой, своей какой-то непосредственностью, что, конечно, он универсален, и за это, мне кажется, его очень любят. То есть, вот с одной стороны, это такой простой, легкий стиль, и с другой стороны, там есть такая элегантность за счет того, что очень часто француженки не пренебрегают какой-то небрежностью, то есть у них абсолютно естественный вид, но они могут эту естественность подать просто с такой дороговизной, скажем так, украсить свой абсолютно, скажем так, в нейтральных оттенках комплект каким-то дорогим, хорошим, глубоким парфюмом, конечно же, не вечерним ни в коем случае, но просто
Вот когда ты будешь видеть такого человека, такую парижанку в толпе, да, она не будет просто тебе бросаться в глаза сразу же. Она не будет выглядеть броско, она не будет выглядеть вульгарно. То есть здесь такая поговорка, что стиль молчит, мода кричит. Я очень часто знаю, что русские девушки, которые первый раз приезжают в Париж, они испытывают огромное разочарование. При виде парижанок они видят такую естественную, скажем так, величественную простоту. И, конечно, нету такой высокой моды, Париж — это просто все тенденции, и тут такого нет, как бы люди вне подиума так не одеваются. Это очень редко бывает, что вы увидите, не знаю, какого-то очень разнарядного, такого разукрашенного человека. Нет, просто элегантность, простота. Что касается вот исключительно зимнего гардероба парижанки, то, конечно же, они вообще не знают, что такое натуральная, например, норковая шуба до 50, наверное, 5 лет. То есть до этого возраста. Нормальная парижанка, если, конечно, ей, не знаю, не нужно бежать на красную дорожку или в какой-то пафосный театр, она ни в коем случае не наденет на себя шубу. Сейчас большинство француженок предпочитают именно такие искусственные шубы, достаточно объемные, за что я просто им страшно благодарна. Просто я обожаю этот предмет гардероба. И очень часто, особенно зимой, они сочетают это с какими-то очень хорошими такими джинсами, ни в коем случае не рваными, потому что я здесь, наверное, по пальцам руки можно сосчитать людей, которых я увидела именно с рваными джинсами. Так они очень часто сочетают вот такие вот шубы с обычными какими-то белыми кроссовками. Очень интересная деталь, что парижанки очень любят такие истоптанные, просто убитые белые кроссовки. Вот такая деталь, я не знаю, мне кажется, нужно покопаться и почитать больше литературы, вообще откуда это пошло. Может быть, это Джейн Биркин, которая ввела именно вот моду на такие потоптанные белые кроссовки, белые кеды. Но вот сейчас очень часто можно видеть сочетание именно шуб, джинс, кед, каких-то объемных шарфов, потому что, ну, парижанка, не парижанка без шарфов. И объемные шарфы, конечно же, завернутые в несколько слоев вокруг шеи, это просто неотъемлемая такая черта зимнего гардероба. Что касается сумок, то просто, я уже как говорила, количеству предпочитают качество. Даже если сумка будет немного потрепанной, если вы будете видеть, что француженка отходила с ней уже явно не один сезон, но вы всегда заметите, что эта сумка действительно качественная, она действительно дорогая, и просто человек настолько ей дорожит, потому что эта сумка, ну, правда, видимо, на все времена, на все века и ко всему подойдет. Что касается обуви, то, как я уже сказала, просто предпочтение идет, конечно же, плоской подошве, потому что, во-первых, это удобно, во-вторых, это брусчатка, никого на шпильках вы здесь и не увидите, если это не какая-нибудь модная туристка. Что касается каблука, то каблук все равно можно встретить, он присутствует, но чаще всего это каблук очень массивный, плотный, такой устойчивый, который не превосходит, наверное, сантиметра 3 на такую повседневную носку. И очень часто у парижанок можно встретить такие ботильоны невысокие. И помимо этого, они просто обожают замшу, я не знаю, как они это делают, с учетом влажности, количества дождей, но все-таки замшу они очень с удовольствием носят, вообще вне зависимости от сезона и зимой в том числе. Я на самом деле вообще еще ничего не рассказала вам про макияж, про прическу, если вам будет это интересно, дайте мне, пожалуйста, знать, у меня есть масса идей и вдохновения, чтобы снять такие подобные видео, потому что мне кажется, что французский стиль, его можно очень с легкостью адаптировать на русскую базу, даже на русский климат, в принципе. Вот, поэтому просто дайте знать, друзья. Я вас очень крепко обнимаю и говорю вам, правда, большое спасибо, что вы были со мной. Совсем скоро мы с вами увидимся. Всем пока!